Привет всем! Вот хочу вам показать свой аквариум. Начались в нем проблемы. Аквариуму уже 3 года. Появился ксенококус на листьях растений и на стеклах аквариума. Растения стали плохо расти. Эхинодоросы дрявятся листья. Некоторые эхинодоросы вообще не растут. Вот такие проблемы. Походу, скоро буду перезапускать аквариум. Даже в Алиснере плохо растет. Ротава индийская вот вообще не растет. Криптокарина узколистная. Листики тонкие какие-то, длинные. Растет плохо все. Может, что посоветуете? Пишите в комментариях.